Буква Т. Травы, Крош, а не таблетки, уговаривала Савунья. Хватит трястись от страха. Выпей настой из трав, в нем все натурально. Ни за что! Откуда, думаешь, происходит слово «отравился»? От трав! Крош решительно стиснул зубы. Ну ладно, не надо ничего пить. Просто скажи «трава», согласилась Савунья и спрятала ложку с лекарством за спину. «Тра!» Крош открыл рот и тут же получил порцию настоя. «Ва!» — закончил он и скривился, фотографируя пучок травы. «Кажется, я проглотил букву Т!» Посмотри, сколько букв ты не нашел. Тебе стоит потренироваться еще. Умница, ты просто молодец. Посмотрим, как ты справишься с новым заданием. Аптечка, травы, плита, бутылка, табуретка, тарелка, утюг. Ты нашел очень мало слов на картинке. Попробуй поискать более внимательно. Травы, аптечка, плита, thank you.
таз, бутылка, табуретка, тарелка, утюг. Молодец! Как много слов ты нашел! Но нам пора. Давай посмотрим, что же будет дальше. «Жареные каштаны или желуди?» — гадала Нюша. Захватив ложку, она бежала к Савунье на ужин по-французски. Так замечталась, что ничего вокруг не замечала. «Жаба!» — резко затормозив перед большой лужей, вдруг завизжала Нюша. «Старая милая жаба!» «Зачем же обзываться?» — обиделась Савунья. «Да нет, жаба в луже!» — объяснила Нюша. «А рядом ужасно большой жук!» «Жжж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 ж
же буква «Ж»? Умница, ты просто молодец. Посмотрим, как ты справишься с новым заданием. Желудь. Жук. Жаба. Лужа. Ложка. Кружка. Молодец! Как много слов ты нашел!